200 оттенков серого мы можем увидеть на улицах Парижа. Давно Париж был миром моды, законодателем моды? Спросите у Гугла, и он вам скажет. Япония, и только Япония. Страна высоких технологий, страна яппи, голубых воротничков. Люди большой дисциплины. Они своих детей ничем не ограничивают до 5 лет. До 6. Потом они идут в садик, в школу, в институт. И эта нация нашла выход из внутренних закрепощенных своих стен. И сегодня на улицах Японии, на улицах Токио вы можете увидеть женщин всех возрастов, одетых как куколки. Так люди модой спасаются от внутренних проблем. Мода – наша подружка. Мода – наша служанка. Спросите у Гугла, и он вам скажет, что подойдет женщине, когда она захочет сформировать свой правильный гардероб. Для многих регионов по-разному является составление базы. Для кого-то, кто работает в офисе, это один базовый гардероб. Для человека вольных профессий, для фрилансеров, это совершенно другой гардероб. Вы можете найти то, что нужно вам. Вы же умная девушка. У вас подружка, мозги и зеркало. Вы должны отталкиваться, когда вы составляете свой базовый гардероб, вы должны отталкиваться от того, что вам необходимо. Если раз в неделю вы посещаете церковь, у вас должна быть партикулярная одежда для этого. Если вы служите в каком-то офисе, и там существует дресс-код, вы обязательно должны этому подчиниться. Если вы нигде никому не служите, никому не подчиняетесь, это не означает, что вы должны ходить в пижаме. Пижама я называю неинтересную, скучную одежду. Я сегодня вам расскажу о том, что является для меня базовым гардеробом. Зачастую мы формируем свой гардероб на скидках. Одафим, аутфит. Все, что можно купить, хорошее и не очень дорого. Мой вам совет. Покупайте одноцветные, монохромные, однотонные вещи. Если вы берете принтованную одежду, к ней очень трудно подобрать какое-то дополнение. А если вы наполните свой гардероб одноцветными, яркими, приглушенными, сочными, пастельными, иногда неоновыми цветами, вы не в этом сезоне, так в следующем найдете ему достойную пару. Если вы любите что-то яркое, что-то красочное, что-то сочное, определите правильную сегодняшнюю тенденцию. Это может быть что-то одно. Это может быть шарф. Это может быть какое-то украшение. Это может быть форма ношения браслета. Это может быть обувь. И очень правильно, когда это очки. Часть лица прикрыта правильными очками. Это замена хорошему макияжу. Солнцезащитные очки на юге – это полдня, даже больше. Можно вечером их вместо украшения закинуть на голову. Можно одеть на шапочку. Зависит от того, как вы самовыражаетесь в этом. Но правильная модная оправа – это очень важно, определяет ваш возраст. Это часть вашего стиля. Сегодня вы спросите у Гугла, и он вам ответит. Тишейды, круглые очки или ленонки, броулайнеры, различного вида очки авиаторов, которые подходят всем, классические мастер-клабы, вайфайеры классические, разных цветов, двухцветные. Если вы в правильных очках, если вы в правильной обуви, неважно, что на вас надето, это должно просто подчиняться общему стилю. Я хочу с вами поделиться гардеробом, моим видением на гардероб. Не могут некрасивые вещи создать красивый комплект. Не могут вещи, на которых стразы не знают места, где им не занять. Если вы не Анна Мулинари, владелица компании, которая уместно может прицепить каждую бусинку, каждую пайетку, каждую стразинку в свое место, лучше не рискуйте. Если вы не Айрис Апфель, не надевайте на себя такое количество украшений. Только эта американская модница, 80-летняя, может выйти на улицу
усеянная, унизанная браслетами и украшениями, и выглядеть органично. Спросите у зеркала, спросите у своей головы, кто вы? Очень важно, чтобы одежда органично смотрелась именно на вас. Потому что снятая с меня одежда, одета на другую женщину, возможно, не будет смотреться хорошо. А простая рубашка и черная юбка когда-то мне подарили две бутылки коньяка. Я дважды в жизни с интервалом в 15 лет спорила, что мне не подходит наглухо застегнутая рубашка белая, заправленная в черную юбку. Мне оппонировали, это идет всем. Да, но не мне. Мне не хватает шляпки, подтяжек, галстука, и я не одинока. Существует тип людей, которые не просто любят еду, а любят вкусную еду. Вкусная одежда, я называю ту одежду, которая красит женщину. Вспомните, пожалуйста, немецкие каталоги, которые были Неккерман, Отто и так далее. Там в середине каталога была одежда для дома. Она была безупречно сшита. Она была хорошо подобрана, но она была невкусна. Вот в моде ваш вид должен быть вкусным. Это не только аппетитные оттенки продуктов, сливочных, фруктов, овощей в борще. Она должна быть вкусна по тому содержанию, которое несете вы изнутри. Она должна вас выделять из толпы. Не бельем наружу, не ультракоротким, не глубоким декольте, а тем, что мимо вас, пройдя, захочется остановиться и заглянуть в глаза женщине. Если женщина хорошо одета, уместно, правильно, красиво, скромно, в хорошем смысле слова, мимо нее хочется пройти и заглянуть в глаза. Хочется познакомиться с этой женщиной, хочется окунуться в ее внутренний мир. Очень много зависит от упаковки в данном случае. Это не самое главное. И ни в коем случае я не хочу вас склонить к тому, что одежда – это все. Но я не могу отделить внутреннее от внешнего. И если у вас депрессия, и вы выходите на улицу и транслируете свой черный цвет, все, что вы можете добиться, вы еще усугубите больше депрессии. Наши друзья-скандинавы, которые живут за Северным полюсом, они спасаются от депрессии тем, что они просто делают белую одежду на свою мебель. Они накрывают белыми чехлами, они используют вот такие сучки сосна. То есть люди стараются выйти из депрессии посредством цвета, а мы прячемся в черный цвет. Иногда говорят о черном, что это цвет интеллекта. Увы, это цвет лени. Это мое личное мнение. Я никого не хочу обидеть. Чаще хочется не думать, что я завтра скажу людям. Чаще хочется просто спрятаться за черный цвет. Пусть думают, что я умная. Но люди думают, что ты несчастна. Извините, если я кого-то задела. Я просто хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы начали думать о том, что вы говорите этому миру. О том, как рядом с вами будут чувствовать ваши дети. О том, чего вы научите ваших дочерей и ваших веселых внучек. О том, как будет комфортно с вами вашему мужчине, мужу, отцу, сыну. Сын должен гордиться мамой. Муж должен восхищаться женой. Отец должен спокоен быть за свою дочь. У нее все в порядке, как у английской королевы. Она носит на себе радость того мира, в котором она живет. И базовый гардероб. О нем мы поговорим немножко позже. Я вам хочу предварить тем, что их существует ровно столько, сколько существует зон юг, север, работа вне дома, домашняя и так далее. Базовый гардероб для каждой женщины будет отдельным.